Сейчас мы посмотрим, как у нас плодоносит румба. Началась плодоношение от румба, ягодка. Одна, вторая. Первогодние кустики. Прошлогодняя посадка осенняя. Такие зелененькие. Так, и вот у нас крупненькая румба поспела. Сейчас мы ее попробуем на вкус. Есть и будут у нас саженцы. Вот она хорошенькая, крупная такая. У нее и первая крупная, а последующая чуть помельче, но тоже крупная. Начинает поспевать. В целом она вся похожа. Сложно ее перепутать. Кустики такие. Ярко-зеленый окрас имеют, крепкие, устойчивые к различным заболеваниям. Достаточно крупные, хорошенькие ягодки. Мощная кисть, имеет множество ягод. Ветер у нас сегодня. Грядка с румбой. Так что, кому нужны саженцы данного сорта, обращайтесь. Проблем не будет. Сейчас попробую, оценю вкус. Так, вот она хорошенькая, крупненькая. Сейчас попробуем. По форме похоже на флэр, только более крупная ягодка. Жалко резать даже, но ничего, сейчас продегустируем. Так, вот такая у нас внутри, немножко пустотелая. Ну, она разная попадается, просто такая крупненькая. У мелких она, значит, должна быть все-таки более крупная. Так, сейчас попробуем. Ой, тоже очень сладкая, вообще обалдеть. Ароматная, не жесткая, очень приятный вкус, чудесный, просто даже просто восхитительный. Всем советую такой сорт иметь на своем участке, полакомиться и взрослым, и детям. Даже насекомые различные любят, также птички пролетают. Съем и вторую половиночку. Какая вкусная. Вкус ярко выраженный. Сладкий. Земляничный, клубничный. Рядочки тоже такая же. Сорт румба. Мы довольны ей. Как вкусовые качества, так и транспортировочные качества. Ягоды хорошие. И растет она, не болеет. Все хорошо с ней. Вот видите, кто-то уже полакомился. Так что это признак того, что ягода очень вкусная и сладкая. Сочная. Хорошенькая ягодка флэр. Вот она у нас красоточка. Чудесная ягодка. Ну как можно не нравится? Как может она не нравиться?